Вначале о перспективах развития санатория «Бригантина Белогорье» в Крыму. Концепцию дальнейшего строительства детского оздоровительного лагеря обсудили на заседании архитектурно-градостроительного совета региона. Новый проект расширит возможности белгородской жемчужины на побережье Черного моря, в том числе для ребят постарше. Там появится площадь с амфитеатром, коммуникационный центр, ФОК, комплекс из мастерских, где дети смогут знакомиться с ремеслами, например, кузнечным или гончарным делом. Что касается дополнительного жилого блока, он будет состоять из 4 корпусов в форме кораблей. В плане также предусмотрено отдельное помещение для маломобильных детей с сопровождающими. В архитектуре планируют использовать органические формы, современные технологии и материалы геопластику. Вопрос-то в образах. У нас в чем с вами проблема? У нас моря в Белгородской области нет. То есть максимальный эффект для детей, да, ты жил на корабле, вот просто ты приезжаешь, мы же видели вот сколько раз эффект, на них производит эффект очень большой. Многие дети приезжают, никогда море не видели. Вот поэтому, если живешь, то есть ты приезжаешь и живешь в корабле, мне кажется, эмоции-то увеличатся в разы. Кроме того, на заседании обсудили и другие архитектурные проекты. В частности, концепцию строительства жилых кварталов в Таврово, Майском, микрорайоне Восточный.